Признали Игоря Акинфеева. Действительно, и это отметил сейчас Леонид Слуцкий. Игорь Акинфеев провел хороший матч, отстоял в еще одной игре на ноль. Ну и в том числе это, конечно же, ну а в том числе личные симпатии, не связанные с качеством игры Акинфеева, обеспечили ему первое место в нашем голосовании. Самые яркие эпизоды этой встречи снова вашему вниманию. Ну и вот решающий эпизод. Попадание мяча в руку Полуяхтову и очень спокойная реализация 11-метрового удара Бибрасом Надха. Вот за этот эпизод вторую желтую карточку Дмитрий Андреев получил. Завалил на газон свеженького Карлоса Странберга. Ну а вышедший на замену Сергей Игнашевич, еще один свежий игрок, который усиливал игру ЦСКА со скамейки, воспользовавшись провалом опорной зоны Оренбурга, дальним великолепным ударом установил окончательный счет 2-0. Классно поймал на ногу этот мяч Сергей Игнашевич, ну и неотразимо пробил аккурат в нижний уголок по неберущейся для Александра Гутера траектории. Ну что ж, у нас на этом все. Юлия Мартмилович, режиссер трансляции, Екатерина Колесникова, продюсер трансляции. Спасибо всем коллегам за работу на этой встрече. И спасибо вам, уважаемые друзья, за внимание. Александр Аксенов и Михаил Масаковский для вас этот матч комментировали. Всех болельщиков ЦСКА с победой. Ну и также с возобновлением с началом второго круга вас, уважаемые друзья. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.